Доброе утро, дорогие друзья! Скоро Новый год! Всех поздравляю с наступающим! Пару слов о прошедшем, но в прошедшем годе хочу сказать. Я думаю, для всего нашего самбийского сообщества он был удачный. Во-первых, мы стали признаны Олимпийским комитетом, олимпийским видом спорта. Наши ребята, наши такие, скажем, полпреды самбо, это Хабиб и, конечно, Федор Емельяненко. И многие наши самбисты побеждали на международных соревнованиях, показывая при этом не только высочайший уровень мастерства, но и преданность своему делу. Часто я сейчас, мы дискутируем о Хабибе, да, вот об этом молодом горском парне, который безмерно любит свою родину, уважает всех граждан своей страны. Вы знаете, попробуйте все время быть обвиняемым, ни в чем не виноватым, но быть обвиняемым. Ты уже этот синдром вины у тебя. И сколько он терпел в этом октагоне. И потом, конечно, пусть они тоже знают, что в конце концов у нас может терпение кончиться. Мы можем не только быть такие спокойные и уверенные, как Федор Емельяненко, принимая все удары судьбы, но и в конце концов можем и показать зубы тоже. От ассоциации спортсменов «Мы родом из самбо» всех поздравляю с наступающим еще раз. Хочу огромное спасибо сказать руководству Международной федерации самбо, Василию Борисовичу Шостакову, Сергею Елисееву, президенту Европейской федерации самбо, всем-всем нашим близким друзьям. Друзья, мы все разные, но в то же время мы одинаковы. Мы все хотим быть счастливыми, жить в мире, уважать и долго жить со своими родителями, заниматься любимым своим делом. Огромное спасибо также хочу сказать Владимиру Сергеевичу Груздеву, совсем не безразличному человеку, который столько помогает не только самбистам, но и всем людям. Спасибо, Владимир Сергеевич, тебе отдельное от всех нас самбистов. Ветераны, будьте живы и здоровы, пожалуйста, живите подольше. Мы обязательно постараемся чаще видеться. Я вас всех очень уважаю, всех ценю. Будьте здоровы, друзья, пока мы едины, мы непобедимы. Мы обязательно победим. С Богом, друзья. Всех крепко обнимаю. С наступающим Новым годом.